Существует немного людей, которые создают вокруг себя атмосферу активности. Вокруг владельца этого имени невозможна монотонность или скука. Поэтому люди, предпочитающие спокойную и упорядоченную жизнь, никогда не найдут с ними общего языка. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Склонность жить прошлым, апатия, обособленность от всего окружающего, страх перед малейшим риском, перед любыми переменами, а часто равнодушие к противоположному полу. У обладателя этого имени в бизнесе друзей нет. Люди Меркурия и сами это прекрасно понимают и на других особенно не рассчитывают. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди производят впечатление нетерпеливых и очень подвижных сущностей. Имя с буквой Т делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Этим людям важно получать стабильность, но при этом чувствовать себя свободными. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Обладатели этого имени нелегко связать супружескими узами или долгое время удерживать возле себя, поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости. Буква Т в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.